Традиційні сродки масової інформації Брещини, телебачення, радіодрук, а зараз і інтернет демонструють високий професіоналізм, Свойні подобні на інші регіони почерк. Работают действительно люди, которые, во-первых, любят свое дело, люди, которые являются профессионалами своего дела. И поэтому жители нашей Брещины ту информацию, которую получают через средства массовой информации, ну, по крайней мере, государственные, я могу гарантировать, что они получают достоверную, качественную информацию, которая позволяет иметь представление о том, что происходит в области. Представники СМІ спаборничали поміж собою в усебаковому і об'єктивному освітленні життя регіону і у оригінальності подачі матеріалу. При розгляді представлених робіт жури звертало увагу на різностайність освітлення усіх сфер діяльності, улічували роль і значність СМІ у житті в області і країни у цілому. З кожним роком актуальність цього конкурсу росте, тому що росте відповідальність журналістів за формування общественного мнения. І, звісно, при подведении итогов конкурсов мы учитываем не только качество материалов, не только творческий подход к их созданию, но и роль журналистики в том, чтобы наше общество выросло здоровым на объективной, достоверной информации. Вельми приемно, что высоко оценена и праца наших коллег-журналистов телерадиокомпании «Брест» Прасковьи Якименко и Алены Дамиевой, которые отримали дипломы за пленную працу и отданность своей профессии. Когда приходишь на работу и хочется работать, вот такая у нас хорошая атмосфера, которая действительно во многом зависит от нашего руководства в лице Ларисы Дмитриевны Добродомовой, потому что создать коллектив – это, наверное, самое большое творчество. Мне кажется, что у нас это получилось. После подведения выников журналистам показали молодежный патриотичный центр, открытый у Брестской крепости у День Незалежности. Як трапно заважили организаторы, это первый журналистский десант, який побывал у центра. Татьяна Ігнатовець, Тиграна Копян, телерадіокомпанія Брест.